Всем огромный привет! Рада всех видеть у себя на канале. Девчонки, как вы поняли по названию видеоролика, сегодня я вам покажу свою посылочку, которую я получила от Олечки. Олечки есть свой канал, и он просто замечательный. Вы должны просто туда зайти, посмотреть, познакомиться с этим замечательным человеком, кто любит парфюмерию. Вы должны просто увидеть Олечкины коллекции раритетов, особенно компания Oriflame. Это так завораживает, так все вводит в такое состояние. Девчонки, все очень хорошо запаковано. Ну, ой, посмотрите, все очень, девчонки, красиво украшено. В общем, давайте я, наверное, уберу все-таки коробку, и мы начнем с вами смотреть, что прислала Олечка, потому что я даже сейчас вижу, что там все так хорошо запаковано. Девчонки, смотрите просто, как это все выглядит. Это просто бомбически оформлено. Олечка, огромное просто спасибо. Сейчас буду смотреть и показывать вам, что мне пришло. Девчонки, просто обалдеть. Мечты однозначно сбываются. Давайте начну показывать. У меня просто сейчас немножко... Я путаюсь в словах, но начну, наверное, так, с чего начать, Ладно, начну с того, о чем я мечтала. Девчонки, это вот такое вот, я не знаю, это как типа жидкое мыло, лайм, вербена. Кто только про этот продукт не рассказывал и не хвалил его, у него просто астрономическая цена, там что-то 500 там, рублей, там со скидками можно за 400. Девчонки, это мечта, реально, это мечта. Я вот прям ждала, думаю, надо будет мне купить этот лайм и вербену. Ольчика, спасибо огромное, теперь у меня есть, смотрите, вот эта красота просто, конфетти, ой, как я это все люблю. Олечка, у меня сегодня праздник, у меня просто реально сегодня праздник. А, еще один продукт от Oriflame, который тоже, у меня даже такое мыло, кстати, есть, я, наверное, прям с мылом буду использовать. А, это такой гель для душа, такой лимитированный, классный, вообще, прям, вообще слов у меня нет. От Oriflame, кстати, были те продукты, о которых я... Несказанно мечтала, но было еще два средства, которые я тоже постоянно видела в каких-то обзорах, в лидирующих, что это просто крутые два продукта. Это гели для душа от Cosme, именно с лаймовым там пирогом или как-то, и с ириской. Очень, сейчас уже я все затестила, это просто обалденные ароматы, это нечто... такое съедобное, что охота действительно сейчас просто взять и съесть. Так, следующее. Были еще два таких классных продукта именно для волос. Я такие вообще нигде не видела. Это какая-то натуральная такая линейка Love Beauty and Planet от компании Unilever. Это шампунь и бальзам. Они такие огромные. Здесь, наверное, по 400 мл. Даже не могу найти, сориентироваться. Да, 400 мл. Очень такие крутые два средства. Обязательно вот все сейчас, вот это все, что есть, все в использовании, все на тестирование, потому что такое я вообще ничего никогда не пробовала. Девчонки, это не все. Так, что еще с чего? Так, наверное, сейчас покажу от Stellary. Вообще для меня бренд Stellary это какое-то такое открытие, потому что я уход я вообще не тестировала, только помады. Это ультра мягкий гель для умывания, все очень хорошо запаковано, я, конечно же, чуть попозже распакую, поставлю, как я уже сказала, все сегодня в использовании, но я не смогу это положить куда-то там в запасы, чтобы это все стояло. И, девчонки, еще продукт от Stellary, интенсивный крем для сохранения молодости кожи вокруг глаз. У меня сейчас вообще вокруг глаз ничего нету, и это будет просто что-то такое вот новенькое в использовании. И еще, девчонки, от Stellary были вот такие вот капсулы, я, кстати, хотела их прикупить, меня они очень заинтересовывали. Это именно для молодости кожи. У меня все, где слышится молодость кожи, мне все сразу надо. Уход я всегда ставлю на первое место. Далее, девчонки, вот такое вот было вот такой подарочный наборчик. Я так почему-то мне кажется, что это крема для рук. Хотя я могу сейчас ошибаться. Возможно, ну, я могу ошибаться, потому что. А, да, это крема.
Ой, какие они класс. Какие хорошенькие. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Все три точно в использовании, все три. Ну-ка, стойте. С сиренью, с жасмином, с, наверное, с пионом. Ух ты! Обалдеть! Олечка, огромное тебе спасибо! Атлакстан, девчонки, был вот такой вот бальзам для губ. Ничего не пробовала от Атлакситан, но обязательно теперь потестирую и потом, конечно же, свое мнение вам расскажу, потому что бальзамы хорошие найти сейчас днем с огнем – это проблема. Вот такое было мыльце с кофе. Попадет в мою коллекцию мыла, хотя, может быть, даже и в использовании его отправлю, потому что мне очень-очень интересно вот это вот кофейный аромат именно в мыле. Вот в мыле я прям... Мне прям хочется ощутить кофейный аромат. Все сладенько ставлю на закуску, все самое такое прям еще там мега крутое. Девчонки, вот такие вот были классные продукты. Пилинг-скатка для лица, крем-парфюм для рук. Что это? Я прям вообще тоник, лосьон, эссенция. Я прям хочу, не знаю, еще я посмотрела, что он с персиком. Думаю, боже мой, с персиком. Это же для меня это как красная тряпка персик, потому что все, что с персиком, мне хочется быстрее это тестировать и на себя намазюкать. Далее, девчонки, был у меня в подарочках парфюм, туалетная водичка, вот такая вот Solar от компании, конечно же, Oriflame. У Ольчки просто вам надо посмотреть ее коллекцию Oriflame и вообще коллекции всех ароматов, какие у нее есть. У нее есть от Vivienne Sabot вся коллекция вот этих вот их парфюмов, тоже надо будет их прикупить, и потому что они очень презентабельно выглядят, такие там по описанию классные. Ну, девчонки, давайте вскроем, мне самой не терпится. О, боже мой, это какой-то раритет, он точно не продается. Олечка, огромное спасибо. Господи, вы знаете, какая я сорока, парфюма маньячка. Ну нет, на себя однозначно, на себя. Ой, девчонки, ой-ой-ой. Ой, это что-то такое прям сладковато, нежно-цветочное, такое прям что-то такое интересное. Ой, боже, какой аромат. И в то же время нежное. О, это просто кайф. Это просто кайф, когда у тебя появляется раритет, девчонки, это просто кайф. Олечка положила мне два еще пробничка. Это тубероза и бобы тонко. Спасибо, Олечка, огромное. Ой, девчонки, тут еще у меня, это еще не все далеко. А сейчас быстренько покажу. Смотрите, вот такой вот подарочный набор с чаями. Я вообще такие чаи не видела. Смотрите, сколько их тут много. Они тут разные. Девчонки, это просто, смотрите, всякие с виноградом. Так, эти с виноградом. Эти вот, наверное, это жимолость или черника. Я сейчас даже не смогу сориентироваться. О, тут еще и клубника, смотри. А, это вишня, вишня, мороженое, вишня с корицей. Боже мой. О, ой, все, сейчас пойду вот эту вишню. Не знаю, она меня больше всего... Бам, тюшки. Олечка, огромное спасибо. Девчонки, запах от чая. Ой, чувствуется прям аромат. Пошел аромат. Ой, круто, просто круто. А, смотрите, у меня тут все в чаях. Все тут такое богатство. Девчонки, также в посылочке была вот такая вот классная шоколадка Риттер Спорт. Обожаю просто Риттер Спорт. Овсяное печенье с йогуртом. Ну, завтра с утра оторвусь, сегодня уже у нас вечер, сладкое не рекомендуется, поэтому завтра. Олечка, спасибо тебе огромное, просто преогромное. И, девчонки, звездой посылки была еще одна вещь, и это вот такая вот палеточка от Vivienne Sabot в такой вот красивой гамме.
Просто обалдеть. Ну, я, наверное, сфотить не буду сегодня, потому что меня такие эмоции переполняют. Я боюсь, что я сегодня просто я не смогу сейчас это сделать на камеру. В ссылочке было вот такое еще письмо, сюрприз, и там было мне написано от Олечки послание. Но это был реальный сюрприз, потому что я этого просто не ожидала, и, конечно, я не могла этого ожидать. Девчонки, спасибо всем, кто порадовался. Обязательно проходите на канал Колечки, посмотрите ее видео, подписывайтесь на нее и дружите, потому что дружба это самое главное, что у нас сейчас есть. Всего вам самого наилучшего всем и пока-пока.